Этого генерала выбрало само время. Летом 1995 года в воюющей Чечне он стал именно тем военачальником и миротворцем, на ком сошлись самые главные надежды России и ее народов, добивающихся мира. Им оказался герой России, генерал-полковник Анатолий Александрович Романов. Указом президента Бориса Ельцина 5 ноября 1995 года Анатолию Романову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Ровно через месяц после случившейся трагедии. Именно генерала Романова с особой теплотой вспоминают офицеры, прапорщики, уже уволившиеся со службы солдаты. Его имя – это олицетворение беспредельного мужества, на какое только может быть способен человек. Анатолий Романов родился 27 сентября 1948 года в деревне Михайловка Белебеевского района Башкирии в многодетной крестьянской семье. Его отец Александр Матвеевич – ветеран Великой Отечественной, пехотный сержант, орденоносец. В школе Толя Романов хорошо учился, отличался добрым и открытым характером. Этот подтянутый мальчишка любил спорт. После окончания Белебеевской средней школы номер 1 Анатолий работал фрезеровщиком на местном заводе. А через год, осенью 1967 года, его призвали на военную службу в одну из подмосковных частей внутренних войск по охране важных государственных объектов и специальных грузов. Отслужив срочную, старший сержант Романов стал курсантом Саратовского военного училища МВД СССР имени Дзержинского, которое закончил с золотой медалью. В последующем Анатолий Александрович блестяще окончил военную академию имени Фрунзе и академию генерального штаба. Со своей будущей женой Ларисой курсант Анатолий Романов встретился там же, в Саратове. 17 сентября 1971 года они сыграли большую и веселую свадьбу. Через некоторое время у молодоженов родилась дочь Виктория. В любых обстоятельствах Анатолий, Лариса и Вика всегда оставались сплоченной и дружной офицерской семьей. Военная карьера Анатолия Романова складывалась успешно. За 23 года он прошел путь от лейтенанта, командира курсантского взвода, до генерал-лейтенанта, заместителя министра внутренних дел и командующего внутренними войсками МВД России. На эту должность Анатолий Александрович был назначен летом 1995 года, в самый разгар первой чеченской кампании. Одновременно он возглавил объединенную группировку федеральных войск в Чечне, куда сразу отправился в роли миротворца. Он не усмирял, а умерял Чечню, добиваясь сдачи оружия, нормального функционирования власти и решения простых житейских проблем. Мы надеемся на вас, прежде всего, на благоразумие, на рассудок, на разум надеемся, прежде всего. Путем мирных переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований Анатолий Романов в составе команды опытных переговорщиков смогли решить многие сложные вопросы. В контексте этих тяжелых, противоречивых переговоров, встреча генерала Романова с одним из лидеров чеченских сепаратистов Асланом Масхадовым для Чеченской Республики и всей России тогда казалась символом приближения к миру. Романова очень уважали в Чечне. Его приказы и распоряжения всегда были просчитаны до мелочей. Он был внимательным к каждому подчиненному. К тому же, Романов стал первым, кто организовывал поиски военнослужащих, пропавших без вести в Чеченской Республике. 5 октября на служебном совещании в Ханкале генерал Анатолий Романов отметил, что в республике готовится серия террористических актов против подразделений федеральных войск. А на следующий день, 6 октября в Грозном, должна была состояться встреча Романова с Русланом Хасбулатовым, сохранявшим в то время определенное политическое влияние в родной Чечне. Романов искал любые контакты с авторитетными и уважаемыми в республике людьми. В тот день он опаздывал на встречу, поэтому дал команду ехать опасным, но самым коротким маршрутом. Как только генеральский УАЗик влетел в тоннель у площади «Минутка», прогремел взрыв. Рванул управляемый фугас направленного действия, мощность которого позже оценят в 30 килограмм тротила. Машина генерала Романова оказалась в эпицентре взрыва. В тот момент рядом с ним
находились полковник Александр Заславский, водитель Виталий Матвиченко и боец отряда спецназа «Русь» рядовой Денис Ябриков. Получив тяжелейшие ранения, выжил один – генерал Романов. Сегодня герой России, генерал-полковник Анатолий Александрович Романов с нами. Живой, мужественный и сильный духом. С ним его сплоченная и дружная семья, любящая жена, дочь и внучка Настенька. Ради них генерал Романов продолжает жить. Герой России Анатолий Романов очень расчетливо сумел распорядиться собственной судьбой, подчинив каждое мгновение жизни служению Родине и народу.